И так херох-ёб-трахер перестал работать и вывалил кучу ошибок. Раз фирма Херах так и не научилась писать софт, то и вам не стоит тратить свое драгоценное время на решение проблем с их криворуким поделием. Просто отключите Xerox Job Tracker из служб и автозагрузки. Ошибка пропадет, а на печати отключение Job Track никак не скажется.